флагманов культурной жизни города, а любому флагману необходим некий ориентир в большом плавании и настоящим маяком, трендсеттером, и в то же время нашим спутником с легкостью можно назвать нашего учредителя управления культуры администрации города Екатеринбурга. Ну и с не меньшим удовольствием на сцену я приглашаю начальника управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяну Львовну Ярошевскую под ваши аплодисменты. Дорогие друзья, вот стою с удовольствием, слушаю все эти добрые слова, которые говорят в адрес этого прекрасного чудного центра, этого коллектива, замечательного директора, и думаю, ну должен же быть какой-то у них секрет этого колоссального успеха. И я понимаю, в чем состоит секрет этого успеха. Он очень прост. С одной стороны, с другой стороны, конечно, невероятно сложен. Этот успех называется «Огромная команда». Огромная, слаженная, большая команда. Но команда не только Центра культуры «Урал», это большая городская команда, которая, доверяя Центру культуры «Урал», предоставила ему абсолютную творческую свободу. И вы видите, какие результаты выросли из всего из этого. Здесь отрабатываются новые технологии. Сашка таким преданным взглядом смотрит, он знает, что сейчас я скажу про него. Здесь выращиваются прекрасные новые специалисты. Были совсем маленькие, стали прекрасные, большие, талантливые. Здесь происходят события самого разного уровня, от международного до самого простого, какого-нибудь вечера в кругу семьи. И самое главное, что на всем на этом, конечно, чрезвычайно профессионально и высоко растет чудесная волшебная команда. Но вы должны помнить, друзья мои, одно. Без доверия, без того понимания, что мы все один большой дружный коллектив, без понимания того, что в нашем городе все учреждения культуры дружны, интегрированы своими программами друг в друга, дополняют, взаимообогащают друг друга смыслами, новыми какими-то творческими продуктами, никакой успех у вас бы не случился. И я счастлива, друзья, что вы это доверие оправдываете. Вы знаете, бывает, доверишься, да не тому. Всякое бывает в жизни. Так вот, я хочу сказать, что Центр культуры «Урал» под предводительством чудесного, замечательного, профессионального, молодого, но очень талантливого и чрезвычайно перспективного Ильи Маркова, конечно, ждет еще более грандиозный успех. И все задумки, которые есть у нас в голове, у вас, они обязательно случатся и сбудутся. Друзья, 50 лет, Господи, да что это такое 50 лет? Да ничто это 50 лет. Всего лишь подводим итоги и уверенно смотрим в будущее. У нас впереди, Илюша, блестящее, замечательное, фееричное будущее. У нас и у Центра культуры «Урал», и у всей культуры города.